добрый вечер, представьтесь. Корпов Дмитрий Иванович. Чем вы занимаетесь? Я представляю Республику Мордовия, пост приветствия Республики при президенте Российской Федерации. Как вы здесь оказались? По вашему приглашению. Как вы думаете, у регионов России есть будущее? Я надеюсь, что да. Потому что я долгое время сам работал в федеральной власти, федеральной структуре, министерстве. Я считаю, что да, есть будущее регионов России. Но, конечно же, с большей поддержкой федеральной власти. Как вы думаете, дальние регионы России достигнут такого же развития, как в Москве? Думаю, что нет, если останется вот такая же политика в основном в налогообложении и финансировании, то нет.